Если вы смотрите это видео сейчас, значит, вашим ангелом-хранителем есть для вас особое послание. Недавно они заметили нечто необычное, что-то абсолютно новое относительно вас. Скоро они поделятся этим с вами. Ангелы указывают на то, что кто-то обнаружил глубокие и интенсивные чувства к вам. Эти чувства поразили их, так как они никогда раньше не испытывали ничего подобного по отношению к кому-то. Этот человек вскоре раскроет свои чувства, так как больше не может скрывать их. Несмотря на то, что эти чувства новы, они искренни и ошеломляющие. Чувства, которые этот человек испытывает к вам, настолько сильны, что их нельзя подавить. Независимо от деталей ситуации, невозможно отрицать, что и для них, и для вас эти чувства стали неожиданностью. Тем не менее, ваши ангелы-хранители посылают это сообщение, чтобы это открытие не стало для вас ошеломляющим шоком. Они хотят, чтобы вы нашли время для размышлений и осторожного принятия решений, а не действовали импульсивно. Вы сильный и эмоционально зрелый человек, способный справиться с этой ситуацией, несмотря на ее неожиданный характер. Этот человек искренне и глубоко вас любит. Возможно, потребовалось некоторое время, чтобы он осознал это, но теперь он полностью осознает. Он задается вопросом, почему раньше не заметил этого. Ему всегда казалось, что вы невероятно прекрасны и завораживающи, но недавно что-то изменилось в его восприятии, позволив увидеть вас совершенно по-другому. Теперь он видит в вас идеального человека для себя. Он видит в вас человека с добрым сердцем и теплой душой, кого-то, кто заставляет его смеяться до боли в животе. Он постоянно думает о вас и о том, как вы замечательны. Раньше он считал, что любил глубоко, но то, что он чувствует к вам, нельзя сравнить ни с чем из того, что он испытывал ранее. Эта любовь охватывает его так, как он и не мог себе представить. Вы всегда в его мыслях, и образы вас постоянно витают в его уме. Это чувство полностью ошеломляет его. Он взволнован и оптимистичен по поводу чудесной жизни, которую он может представить только рядом с вами. Хотя это было неожиданностью, это была приятная неожиданность, потому что он не может себе представить, что полюбит кого-то, кроме вас. Он считает вас его лучшей надеждой на полноценную и смысловую жизнь. Скоро он поделится своими чувствами с вами, так как желает иметь возможность построить настоящие отношения. Мечты, которые у него есть для обоих, это то, чего он искренне желает. Он боится, что вы можете не разделять его чувства, но готов рискнуть всем ради шанса с вами. Его чувства слишком сильны, чтобы их скрыть. Он желает объявить свою любовь к вам миру. Он хочет поделиться своими чувствами, чтобы вы почувствовали себя любимым. Он желает сделать вас самым счастливым человеком на свете, так как знает, что вы сделали бы то же самое для него. Он хочет заботиться о вас и обеспечивать вас поддержкой и любовью. Поэтому, когда этот человек выразит вам свои чувства, знайте, что они искренни и настоящие. Это может быть неожиданно, но это реально. Если и вы удивитесь этому открытию, доверьтесь себе и своим решениям. Будьте открыты возможности новой связи с этим человеком. Если вы решите двигаться дальше в отношениях, знайте, что предстоят большие изменения. Динамика вашей текущей связи с этим человеком претерпит значительные изменения, что может пугать. Однако ваше сердце и разум достаточно сильны, чтобы справиться с этим, независимо от того, сколько раз вас обижали в прошлом. Важно снова довериться и разрешить новым связям развиваться. Не позволяйте страху мешать вам искать счастье. Каждая ситуация, даже если она вызывает вызовы, предоставляет возможности для роста и развития, делая вас более стойким человеком.
Вы многократно доказали, что способны справиться с любыми трудностями и заслуживаете счастья. Вселенная на вашей стороне, независимо от вашего выбора, пока вы верите. Вас глубоко любят и желают. Помните об этом, что бы ни случилось. Завершу молитвой для вас. Пусть Божественный свет ведет вас, когда вы идете по этому неожиданному пути любви и уязвимости. Дайте себе силу принять этот сюрприз и смелость исследовать новые возможности. Пусть ваши решения будут основаны на глубоком понимании вашей собственной ценности. Пусть вас окутывают любовь и защита, когда вы идете в неизвестные территории, и помните, что вы заслуживаете счастья и любви. Аминь. Пожалуйста, уделите мгновение, чтобы эти слова прозвучали в вашем сердце. Помните, что вас любит и защищает Вселенная. Введите 444-444, чтобы принять это сообщение и его благословение. Кроме того, поддержите других зрителей позитивными словами, так как это питает круг доброго кармы. Давайте поддерживать друг друга и создавать вместе волны позитивной энергии. К тому же, знайте, что у вас есть изображение вашей возможной второй половины, которое вы можете исследовать прямо сейчас. Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кто-то, кто войдет в вашу жизнь. Эти изображения удивительно точны, и вы можете перейти по ссылке в описании, чтобы понять, о чем я говорю. Не упустите важное сообщение, которое ждет вас в следующем видео. Пусть Вселенная направляет ваши шаги с любовью и глубокой верой. Аминь.